В Твери в рамках заседания клуба ветеранов «Ты помнишь, товарищ» вспомнили 78-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады и передали родственникам участника Великой Отечественной войны Алексея Попова медаль за отвагу, которой он был награжден по приказу командования 15-й воздушной армии. Галина Алексеевна Малышева держит в руках фотографию отца. Рядовой Алексей Попов воевал в составе Северо-Западного фронта. В декабре 1941 был тяжело ранен, но после госпиталя продолжил служить во взводе авиасклада 15-й воздушной армии. За образцовую службу командование наградило солдата медалью за отвагу. Вручить медаль при жизни не удалось. А много лет спустя в архивах нашлись наградные документы. Медаль отца и деда передали родственникам Алексея Попова на заседании клуба «Ты помнишь, товарищ». Мы не ожидали, но мы очень благодарны за сотрудникам военкомата, что нашли эту медаль, ну, награду эту нашли. Я очень благодарна. Клуб «Ты помнишь, товарищ» почти 40 лет объединяет активных и неравнодушных людей. В этом году заседание ветеранского объединения приурочили к 78-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Совет клуба поздравляет всех с наступающей датой, потому что это будет 27 января. Желает всем доброго здоровья, хорошего настроения, благополучия. Участники клуба регулярно приглашают на свои мероприятия школьников и студентов. Патриотическое направление – одно из основных в их работе. Подрастающему поколению обязательно надо знать, рассказывать об этом, потому что если нет памяти, нет истории, нет будущего. День полного снятия блокады Ленинграда будут отмечать во всей стране 27 января. В Твери по традиции члены клуба ветеранов вместе с молодежью планируют принять участие в акции «Блокадный хлеб».